Алло, здравствуйте, а можно такси вызвать на Мира 74? К вам подъехал автомобиль Лада Гранта, номер 659, за рулем долбоёб. А чтобы посмотреть продолжение этого видео, переходите в мой инстаграм, ссылка будет в описании, также я напишу его здесь. И смотрите продолжение, там типа оперская езда, нихуя себе, там шашки, хуяшки. Ну, в общем, всем салам, тут что за суета, я не понял, блядь. Так мы должны стать первыми, нихуя себе, и вот так на середине перекрестка. Не помню, я поздоровался, нет, в общем, всем салам. По названию вы, наверное, все поняли, что, блядь, мы сегодня будем перетягивать сиденье на четырке. И не просто это не просто перетяжка сиденья на четырке, а рукожопая перетяжка сиденья на четырке. Оба, у нас зеленый, желтый проебал. Пришлось на зеленый ехать, блядь, обидно. В общем, это рукожопая перетяжка сиденья, блядь. Вот, ну как бы миллион, да, всяких видео в Ютубе, как там перетягивать. Сюда мне надо. Смотрите, с визгом. Ша, блядь. А я не сюда заехал. Блядь. По тротуару. Сука, понаставили бордюров, хуй по тротуару покатаешься, блядь. Блядь, вот я тупой. Бля, может пешком пройти? На похуй пешком пройти. Бля, вот это десятки бы не было, я бы бордюр, сука, вот тут перескочил бы и ушел бы уверенно, блядь, в точку. Миллион видео в Ютубе, как там перетянуть сиденье, как там это, и ты смотришь на них, и они так все, сука, пиздато делают, и так вот все перетягивают, короче, ну, все так качественно делают там, блядь. А я, блядь, снимаю такие видео, я один из вас, в общем, ну, если вы смотрите такие видео и думаешь, ебать ты пидор, у тебя все есть, и ты это сделал, ясен хуй, я-то это не смогу сделать, потому что у меня этого нету, то о моем видео так нельзя сказать, блядь, я, считайте, один из вас. Короче, похуй, что-то опять лишнее пизжу, вот. В общем, это видео о том, как перетянуть сиденье, если ты рукожоп, и сделать это хорошо, постараться. Вот, в общем, я вам это покажу, и вы смотрите на меня, и подумайте тоже, типа, блядь, если этот долбоеб смог, я-то тоже смогу, и перетяните себе сиденье тоже. В общем, я сейчас иду, короче, покупаю хомуты, вроде это все, что понадобится, ну, вроде это все, что надо купить, и возвращаюсь, короче, возвращаемся в гараж и мутим. В общем, я взял вот такие вот, блядь, хуй знает, какие нужны вообще. Я взял 5.0200 или как там они, блядь. Так, надо музыку выключить, а то меня сейчас опять заебет этот YouTube. В общем, блядь, стелим, катим. Здесь уверенно, блядь, чисто, блядь, вот так вышел такой, ша, блядь. Сюда перешел, блядь, и все, нахуй. И вот здесь уже стоишь и ждешь свою очередь. Нихуя себе, она пришла, и ты дал-дал, ушел сюда, чтобы никого нахуй не пропускать вот этих типов, блядь. Потом вышел сюда, такой, та, блядь. Блядь, надо машину вообще помыть, эту ебать, она уже грязная. Так что, блядь, короче, уже встретимся в гараже. В общем, первым делом... А, я же вам не показал, какие у меня будут эти обивки. В общем, вот мои заводские, блядь, которые уже хуй его знает. Ну, в принципе, если их, блядь, отхимчистить, они, конечно, будут заебатые. Но они, короче, у меня тут, блядь, столько человек уже перебухало, переело, блядь, перехуй знает. Короче, 50 оттенков, блядь, еды здесь. Ну и прочей хуйни. Эти обивки, в общем, это что, это спинка. Вот она, спинка. Здесь типа эко-кожа, здесь типа алькантара, блядь. Вот. Такие комбинированные, в общем, я обивки заказал. Спросите, почему красная строчка, типа это колхоз, это у всех. Вообще, короче, мне всегда нравилась красная строчка, но сейчас она у всех, и я хотел взять, ну, хотя бы серую, блядь, хотя бы не у всех серая, блядь, есть у кого-то, но не у всех. Потом думаю, блядь, у меня уже ручка КПП, ручка ручника, она уже в красной, и думаю, ну, хуй с ним, пусть уже будет красная. Ну, тоже, я не считаю, это плохо, и прям пиздец колхоз. Надоела красная строчка, ну, хуй его знает, блядь. Пойдет. В общем, будет вот так. Сейчас в первую очередь, естественно, нам надо снять сиденье. Поднимаем, о, блядь, подвигаем сиденье максимум вперед и снимаем вот эти хуйни, блядь, неудобно, сука. Короче, вот эти хуйни вот так вот снимаем отсюда. И, блядь, оно да. И, сука. Вот, вот эту хуйню одну убрали. Ты, мразь, отдай. Так, теперь убираем вторую. И, сука. Хуй знает, может, я что-то делаю неправильно, может, последовательность должна быть другая. Мне похуй, снимается же, снимается. А то что-то не снимается.
ты мразь, а ну, блядь, отдай нахуй. Теперь, короче, пока сиденье впереди подвинуто, мы берем, откручиваем вот эти, короче, звездочки. У кого нет такой головки, у меня вроде была, хуй, может, у меня сейчас уже тоже нет. Можно каким-то ключом, я не помню, на 10 или на 8, какой-то на них налазит, и можно ключом обычно, в принципе, открутить. Так, в общем, вот эти двухуёбков мы выкрутили. Теперь идем, короче, наперед. Так, двигаем сиденье назад и откручиваем вот этих вот, блядь, уёбков. В общем, после того, как открутили вот эти вот гайки, дергаете, короче, вверх сиденье и откручиваете снова, блядь, вот эти вот хуйнюшки, только передние. Вот там одно и там одно. И, возможно, вы найдете некоторые потерянные вещи под сиденьем. Блядь, только аккуратно, короче. Да, блядь, сука, дай нахуй. Как же, блядь, тесно. Так, ну, в общем, вот такая вот картина. Если у вас есть пылесос, конечно, желательно сразу пропылесосить здесь все, чтобы потом было чисто, пиздато, блядь. У меня пылесоса нет, я так что-то пособираю. Ну все, короче, я сиденье снял. Здесь пиздец, блядь, грязно, конечно. Сейчас эти все, блядь, хуйни. Жвачка, блядь, 5 рублей. Всякую хуйню здесь можно легко найти. Еще, блядь, 2 рубля. Вот, в общем, я, ну, чуть не забыл сказать. Я уже в сторис выкладывал эти сиденья, и, бля, куча вопросов уже было, где заказать, что, где, блядь, чтобы, потому что, ну, все же переживают, чтобы не обманули, чтобы, блядь, нормальное качество. На свет покажу еще раз. Заказал я их в группе «Компоненты Тольятти». У них, короче, ну, помимо сидений, они не только, конечно, сиденьями занимаются, у них все есть и автозапчасти, и любой автотюнинг там, и вспышки ФСО, и, ну, в общем, все, что вам как бы нужно для тюнинга. Вся, ну, это, как сказать, так сказать, молодежка, блядь, и также и запчасти, и, ну, много всякого другого найдете в этой группе. Как бы и цены приемлемые, и качество, и как бы, ну, без обмана, потому что они на рынке уже, ну, много лет. Так что ссылку я на их группу оставлю в описании, и попробую. По промокоду статик вы получите 5% скидку. Так что считайте, ну, вам будет выгодно, если вы захотите вдруг или такие сиденья. Ну а мы, в общем, продолжаем наше видео. Я, короче, смотрите, вон, блядь, приоткрыл, короче, ворота. Так, здесь все закрываем, выходим отсюда, блядь. В общем, как бы, чтобы мне здесь место было, я приоткрыл ворота, выгнал машину. Вот, надеюсь, у меня там аккумулятор не спиздят. В общем, блядь, на музыку внимания не обращается, там какая-то хуйня у меня играет. Сначала откручиваем подлокотник, это вот эти две хуйни, потом откручиваем вот эту хуйню. Так, и с той стороны также вот эту пластмасску откручиваем. Мы отсоединили спинку от поджопника, блядь. Это что за суета, вообще не знаю. А, это вот эта суета, блядь. Так, иди гуляй, блядь, как ее тут поставить надо? Я, короче, подушки вот эти, есть же... пенопласт, или как он там называется, хуйня это. Я, короче, не пенопласт, блядь, это пенохуйня, пеноколада, короче, блядь. Я менять эти, короче, подушки не буду, потому что я, блядь, люблю, сука, свою машину, не знаю, как прошлый хозяин так как-то сделал, блядь, прям вот под меня товарот, это я могу сколько угодно ехать, вот на водительском, короче, по-моему, как он говорил, двойной поролон, сейчас мы это тоже проверим, и вот прям вот я сажусь, блядь, ну высоко, конечно, но вот прям вот, когда я назад откидываюсь, я так кайфую, прям вот мне очень удобно сидеть на них. И пассажирское, вот, может, вам будет видно, оно, видите, как бы вот туда углубленное, вот, оно так, оно, в смысле, не продавлено, а вот оно вот туда как-то так, я не знаю, как-то вот жопа прям проваливается, а ноги поднимаются, вот, видите, блядь, не знаю, будет вам видно. И вот ты, когда на пассажирское садишься, ты как будто садишься, я не знаю, вот у меня такое ощущение, когда я на пассажирское сижу, как будто я сажусь в какую-то низкую тачку, там какую-нибудь Lamborghini езжу, ну, ты в них когда садишься, ты как будто ложишься. Конечно, тупое сравнение, ну, блядь, я не знаю, как еще по-другому вам объяснить. Как-то вот ты вложишься в нее, и ноги так высоко, и вот я не знаю, по кайфу, и именно поэтому я не хочу ставить новые эти подушки, чтобы, ну, не потерять этот кайф. Другие четырки, в которые я садился, такого нет, там как обычно сидишь. А вот у меня как-то, я не знаю, блядь, как-то так или совпало, или так сделали, хуй его знает. Вот прям мне нравится и водительская, и пассажирская. Короче, берем вот эти хуйни, отсоединяем, ну, отгинаем, в смысле, просто. Вот, в этом ничего сложного нет. Просто вот так вот, блядь, нахуй их отгинаем. Вверх.
Ну, в общем, показывать не буду. По кругу, короче, отгинаем вот эти вот железячки. Вот, в общем, всю эту хуйню я отогнул. Так, и, короче, отсоединяем, так сказать, бля. Так, блядь, здесь, наверное, надо прям высоко поднять боковушки эти. Как это сделать, блядь? Сука, неудобно, пиздец. Ты давай, блядь, там не выебывайся. Блядь, тут до меня какой-то тоже рукожоп это все делал, походу, блядь. Потому что они все погнутые. В общем, плоскогубцами я, блядь, поднял их вверх. И вот так вот, как семечки, в общем, отщелкиваем, блядь. Лайк, кто знает этот старый трек, блядь. Главное, чтобы, блядь, YouTube не знал этот трек, а то сейчас опять заебет со своими авторскими правами тупыми. Так, ну, в общем, я, короче, вот эту всю хуйню всю отсоединил. Сука, это такая мразная работа, блядь, потому что это вся хуйня колючая, острая, короче. Если ты там отверткой подгинаешь, у тебя рука соскальзывает, блядь, обо все, короче, все такое острое. Руки себе поразъебал, блядь, пиздец, только я так могу, блядь. Так, короче, теперь, блядь, переворачиваем эту суету и снимаем. О, и правда, двойной поролон, да? А, нет. Блядь, что-то меня, походу, бывший владелец наебал, нет? Эй, блядь, ты куда? Сука, меня все что-то бесит так, блядь. Че это за суета? А, тут же оно, блядь, примотано, я забыл. То есть надо потом, блядь, отсоединять все. Надо сначала бока убрать. Я что-то уже думал, сейчас, блядь, все отсоединю. Я же забыл вот это. Это все натяжка. Да, что-то никакого двойного поролона, походу, здесь нету. Я не знаю, как так получается. Просто мне, ну, хозяин говорил, что двойной потолок, ой, блядь, потолок, говорю, блядь, поролон здесь, и поэтому сиденье такое высокое, как бы оно относительно, ну, когда я в других четырки сажусь, оно в натуре, ну, высокое. Не знаю, за счет чего, может, сам поролон такой, ебать, он грязный, блядь. Ну, в общем, блядь, похуй. Так, здесь, смотрите, я что-то там смотрел, блядь. Вон, ну там железячки какие-то, их, походу, надо как-то отогнуть. Или что надо, блядь, сделать? Так, в общем, блядь, берем, как обычно, методом тыка. Блядь, вот только неудобно, сука. Так, вот, блядь, какая-то залупа. Мы просто, нахуй, что-нибудь сейчас ковырнем. Что-нибудь, да, получится. Блядь. Короче, смотрите, вот такая вот. Тут, там, внизу проволока и... В чехле в этом проволока и вот такая вот суета. И вот эта дырочка, видите? Ну, поняли, блядь. И просто проволоку высовываете с этой дырочки отверткой. Вот. Потому что нам надо просто освободить, блядь, эту суету, короче. Можно эту проволочку не жалеть. Ну, в смысле, не вот эти, а вот эту закрючку, ебаную, нахуй, так взял, нахуй. Чё, сука, бля, мразь. Неудобно одной рукой. Так, ну вот, я ее оторвал, теперь она там застряла, блядь. Бля, вот у меня все так, блядь, бедная. И еще одну. Ну, в общем, смысл вы поняли. Сейчас я всю эту хуйню отсоединю и покажу, что дальше делать. Так, ну, в общем, снял я этот чехол. Вот, такая вот подушка, бля, конечно, вся грязная немного. Ну, ничего страшного. Здесь вообще какая-то, блядь, блевотина или ржавчина. Что это за хуйня вообще? Короче, блядь, я кое-как установил, блядь, ебаную камеру. В общем, смотрите, берем вот эти вот проволоки. Вытаскиваем их вот с этих, блядь. Ну, короче, поняли, вытаскиваем. Блядь, ты мразь, иди отсюда. Теперь, короче, берем канцелярский нож, надрезаем здесь такую... Короче, смотрим, как у вас на старом сиденье здесь такие надрезы. Короче, делаем надрезы, чтобы просунуть нашу проволоку. Так, здесь сделали. Здесь сделали. Так, здесь как? Здесь сделали. Так, на серединке тоже надо сделать. Здесь точно так же. Так, надрезы сделали. Теперь засовываем вот эту вот суету нашу вот сюда, в эти дырочки. Так, и теперь надо стянуть хомутами по такому же принципу, как было затянуто вот этими, блядь, скобами, железочками, короче. В общем, ну, я думаю, логика как бы понятна. Смотрите. Сейчас я вам так объясню в двух словах. Смотрите. Проволока внутри сиденья, я буду, блядь, как долбоебу, как себе объяснять. И проволока здесь. Нам надо их стянуть, короче. Суем сюда. И суем вон туда. Да ты, сука. Так, как бы, блядь, это сделать? Или сначала, короче, здесь засунуть. Короче, просовываем сначала в подушки, в проволоку эту, блядскую.
сука, ты чё бесишь меня? Сука, я тебе въебу сейчас, ты, блядь, давай сусь. Короче, я не знаю, мне все бесит. Может, нахуй эти сиденья, без сиденья ездить. Давай, мразь, ты не в ту сторону загибаешься, сучара, блядь. Все, протянули. Вот же сука, а. Надо же ей взбесить обязательно, блядь. Вот, если вам, ну, вдруг кому-то будет непонятно, вон там вот проволока. И вот под ней просто надо вот так вот просунуть. Вот, в общем, надеюсь, систему поняли, да, вот сейчас покажу. Во всех вот этих дырках, где у вас были стяжки, эти железные, блядь. Вот, мы засовываем хомуты. Вот. У вас может другое быть расположение, там, от зависимости, старые, новые эти подушки, блядь, сиденья. Смотрите, теперь смотрим, где здесь перед. Так, перед вот это. Так, сейчас, надеюсь, вам все видно, очень надеюсь. Видите? Смотрите, вот здесь, где мы сделали дырку, сюда просовываем ваш хомут. Вот. И сначала просто как бы нажимаем. Ты чё, мразь? На самом деле это легко, если честно. Я думал, я буду так ебаться. Так, очень надеюсь, что я сделал все правильно. В общем, я все наживил. Вот. Теперь надо это все натянуть. И просто хомуты эти натягиваем. Так, ну все, вроде здесь все нормально натянулось. Так что можно теперь хомуты лишние, с хомутов лишние обрезать. Охуеть! Смотрите, что у меня под поролоном. Это что такое, блядь? Ебать, у меня мусорская тачка, блядь. Есть бензин? Это как, блядь? Это вот это и есть двойной поролон или чё, блядь? Что, ёпта, плесень, блядь. Фу, блядь. Нахуй нужна. Чисто вижу мусорское сиденье, блядь. Бля, ну вот эту нашивку надо отодрать. В общем, хомуты все я отрезал. Сейчас, ну, натягиваю, блядь, на саму подушку. В общем, пока что получается вот такая вот суета. Здесь, конечно, все помято, но мы же еще не натянули. Здесь тоже воздух пока. Короче, сейчас переходим к натяжке. Сильно прям, наверное, тоже не надо. В общем, блядь, как-то пытаемся. И, кстати, извлеките. Надеюсь, вы понимаете, что я делаю. Я вот так вот натягиваю, засовываю за эту штучку и делаю надрезик, чтобы она легче проткнулась. Это вот так вот выглядит. Вот. И как бы вот так вот со всех сторон на эту хуйню и натягиваем. Так, ну в общем все, поджопник готов. Вот, вот такая вот суета получилась. Без складок всяких, без всякой хуйни. В общем, получилось все охуительно. Тут нужно написать хуй. Здесь, смотрите, сейчас я вам объясню. Вот. Натягивайте. Я, кстати, знаете, как делал? Так проще мне было. Рукой натягивать скользко. Я, короче, брал и, короче, по стижами вот тут вот так вот брал аккуратненько, чтобы не порвать. И, короче, ими тянул. Вот. И насаживал на вот эту вот хуйню. Теперь это все надо забить хорошо. Здесь я сейчас тоже все забью вот эту вот хуйню. Молотка у меня нет нихуя, поэтому, блядь, делаю так. Бля, мне нравится, если честно. Если учитывать то, что это сделал я своими руками, то, блядь, получилось охуительно, если честно. Здесь нигде ничего воздуха нету, все, короче, охуительно. Приступаем к спинке. Для вас это будет через мгновение. Я, наверное, буду это делать завтра, нахуй, прям с утра приду и все. А то я сегодня, ну, под вечер уже вышел, уже там вечер. Я, короче, не жрал. Закончим завтра. Щух, пацаны, блядь. Ай, блядь, сука. Приступаем к спинке. Здесь у нас берем отвертку и точно такие же штуки подгинаем, как и... Ай, блядь, сука, как у нас и были на поджопнике.
Вот мы их выгнали, теперь... Что теперь делать, я, блядь, не знаю. Они что, блядь, спаяны или что? А, тут какая-то идет хуйня. Блядь, ты чё, блядь? Может, блядь, отверткой подковырнуть? А, ну да, короче, подковырёвываем, блядь. Ебать, я пизданул. Отверткой? Короче, хуярим нахуй, на похуй, вот так, блядь, как обычно. Все. Так, смотрите, я как-то, блядь, там что-то смотрел, здесь какие-то вот эти вот маечки. Оно здесь, смотрите, как натягивается, вот эти вот какие-то тряпочки, так сказать, натягиваются и засовывают, ну, захуяриваются за эту хуйню. Эти тряпочки отвечают вот за вот эти вот натяжки, как бы, вот за вот эти две и задняя вот эта вот. Осталось понять, какая хуйня за какую отвечает. Так, смотрите, вот это у нас отвечает за вот эту вот суету. Поняли, да? Она продевается там за железячку, вон там. Вон там вот железячка, и она за нее продевается и как бы вот так вот натягивается. Так, ее мы убираем. Смотрим, за что отвечаем дальше. Отдираем среднюю. Средняя отвечает за верхнюю. Как она у нас там идет? Так, без всяких железяк. А, ну вон тоже железяка. В общем, я понял. Смотрите, задняя... Ну, не знаю, я так буду называть, мне похуй. Задняя за зад, средняя за верх, спереди. А самая как бы нижняя, вот эта последняя, отвечает за нижнюю натяжку. Вроде бы больше ничего нашу сидушку не держит, поэтому можно раздеть ее как тёлку, блядь. Так, а, вот эту хуйню надо как-то... Я забыл, как она просто вот так высовывается. Так, значит, вот эта хуйня просто так высовывается. Так. Блять, я столько всего потеряю, я вот как всегда долбоёб, у меня половина лежит здесь, половина там, блять. И я все как всегда попроёбываю. Так, засовываем сюда пальцы. И я не знаю, что надо делать. Короче, снимаем. Что мы делаем? Мы одеваем. Надо как-то вот эти хуйни просунуть вот в эти щели. Смотрите, верхнюю засовываем в верхнюю щелочку. Так, нижнюю суем в нижнюю. Что-то типа такого у нас получилось. Теперь натягиваем до конца. Все, в общем, вот эту суету натянули. Берем эти тряпочки. Подтягиваем. Так, нахуй. Е, блядь. Так, одну натянули. Тянем вторую. Так, как-нибудь надо вот так ногу упереться, чтобы охуительный потянуть, блядь. Так, е, блядь. Оба. Пошел. И последнюю. Пошел, блядь. Так. Проверяем. А, сука, носок, бля. Проверяем. Что у нас тут за суета получилась? Так. Здесь. Так, воздуха вроде нет, да? Это ж не воздух. Нет, вроде все нормально. Так. Вроде получилось у нас все ровно, хорошо. Оно пока помято, потому что мы еще здесь не натянули. Но здесь, в принципе, меня устраивает. Засовываем эти тряпочки куда-нибудь сюда. Теперь мы натягиваем вот эту хуйню. Со старого чехла высовываем прутик этот, блядь. Вот он. Наверное, засовываем прутик сюда. Хуй его, больше вроде некуда, да? Смотрите, сперва натягиваем заднюю сторону. Так, возьмем, наверное, плоскогубцы. Так, заднюю часть вроде как натянули. Вот здесь у нас же идет прутик. И за этот прутик надо загнать. То есть этот прутик надо загнать за эти штучки. Блять, не знаю, вроде правильно. Короче, похуй. Натягиваю сначала центр. Также его вот так вот прокалываю. Так, потом натягиваю вот эту вот часть. Так, ну, в общем, наверное, сразу можно их и загинать вот сюда.
Так, ну все, в общем, с этим сидением мы закончили. Смотрите, не знаю, будет вам видно. Надеюсь, да. Я вот эти всю хуйню натянул, здесь, конечно, порвал, но ничего. Натянул и забил. То, как бы, сиденье у нас натянулось. Такой вот результат получился. Надеюсь, вам что-нибудь видно. За свет, конечно, извиняйте, но какой есть. Сейчас мы доделаем подголовник. Так, швы, ну, в принципе, идут все по контуру. Ну, все нормально, как бы, ничего кривого такого вроде не получилось. Сейчас перешьем подголовник и будем собирать сиденье. С подголовником откручиваем вот эту вот суету. Ну, тут просто, я думаю, разберетесь. Так, здесь я, если честно, не знаю, что надо делать. Ну, блядь, я методом тыка так чисто, блядь. Вот эти вот язычки отогну. Язычки поднимаю вверх. И вот здесь вот такая вот суета с проволокой тоже, блядь. А, ну вот, все, наверное, правильно, блядь. Вот, и ее, в общем, отсоединяем, нахуй. Так, подголовник можно вытащить, в принципе. Тут какая-то, блядь, месячные какие-то. Ну, что это за хуйня вообще? Да уж, так. Так, ну здесь, в общем, все заебись. Значит, берем подголовник и закутываем его обратно, блядь. По старинке, блядь. Вытаскиваем эти блядские прутики из старого подголовника и засовываем в новый, блядь. В общем, смотрите, загоняем сюда вот эту вот железочку, сюда вот этот вот прутик, блядь. Загоняем за прутик, делаем здесь такие надрезики, чтобы эта хуйня сюда залезла. Вот это вот. И... Ну, естественно, засовываем это все и загинаем обратно эти вот железяки. Смотрите, теперь берем, так, нащупываем, короче, как-нибудь здесь дырку. Я не знаю, как это, блядь, вообще сделать. Вот, вроде я ее нащупал и протыкаем. Да, это вроде дырка от подголовника. Так, щупаем вторую и протыкаем. Лучше сделать надрезик. Так. А, ну да, нам же надо еще эти, блядь. Наверное, вот эти вот лишние лучше отрезать. Я думал, чуть проще будет. Но, видимо, нет. У, блядь. О, заебись, ничего не видно. Вот, в общем, мы делаем вот такие вот штуки. Блядь, похуй, подголовник сюда засунем. Нормально все будет. Так, все, в общем, спинка, подголовник, все готово. Так, теперь, наверное, сразу соберем сиденье. Как собирать сиденье, я вам показывать не буду, потому что, ну, блядь, если вы его разбирали сами, то, наверное, поймете, как собирать, потому что я сам уже забыл его, как собирать. В общем, все, одно сиденье я поставил, сейчас вам сразу покажу. Короче, выглядит как-то так. Там пиздец свинарник, здесь, блядь, поле грязное. Да, я потом сейчас все вымою, выдраю, короче, пыль везде вытру. И подсниму вам кадры. Сейчас я пассажирское сиденье сам сделаю, короче, поставлю, вам покажу. И как закончу это, перейдем к задним сиденьям. В общем, смотрите, переднее сиденье я уже поставил. Они чуть грязные, конечно. Ну, я потом по итогу все, блядь, там влажной салфеткой чем-нибудь... протру, потому что они вон там пятна всякие, они же там, ну я на полу все делаю, вот, в общем, вот так вот выглядит подлокотник, я потом тоже, это ж, ну, чехол, тоже вот нахуй перетяну и чуть выровняю, а то он кривой. Вот, короче, вот такой вот результат передних сидений. Ну, что я вам сейчас, короче, показывать это особо не буду, по итогу все сидения, короче, покажу. Сейчас будем снимать задние сиденья. Сейчас я вам покажу, как снимать их. Снимать, ну, намного проще, чем передние. Даже, блядь, очень просто. Короче, мы берем. Я думаю, многие знают об вот этой хуйне. Вот здесь две штучки. Загибаем. И как на восьмерке, нахуй, сиденья подвигаем. Чтобы они нам не мешали. Вот, место мы здесь чуть освободили. Смотрите, откручиваем просто вот этот болт. Вот здесь. И вот здесь. Здесь у меня, короче, болта нет, потому что в прошлый раз, когда я
ставил сиденья, я их перетянул или не знаю, что получилось, и у меня болт остался там, это сама головка у меня отвалилась, а болт вот там, короче, остался. Короче, сломался нахуй. И я, блядь, думаю, ну завтра-завтра починю, и так до сих пор уже, блядь, 2 года как не чиню. Спинка откручивается просто, блядь, так же 2 болта вот здесь и там. Ну, короче, разберете, блядь. Все, в общем, сиденья мы сняли, вот они наши. Родненький, блять, это просто. Мне их, если честно, жалко перешивать. Тут все пятна, блять. Это, кстати, я не знаю, что за хуйня. Здесь все пятна, не знаю, вам камера передает. Хотя, наверное, на камере еще больше, чем, блять, в жизни. Все эти пятна видно. Это, блять, просто 50 оттенков моей молодости. Че только не было на этих сиденьях, блять. Да, сколько, блять, телок эти сиденья в свое время катали, нихуя себе. Но пятнами придется попрощаться, блять. В общем, это все хуйня. Смотрите, я начну с этого, со спинки. Здесь у меня пиздец погнуто, я на нее упал нечаянно один раз давно. Блять, я в душе, честно, не ебу, что сейчас надо делать. Но я буду, как говорится, методом тыка пытаться, блять, что-то, короче, делать. В первую очередь, я так думаю, надо открутить вот эти все саморезы. Так, пластик мы сняли. Ну, я про заднее сиденье буду вкратце рассказывать. Не буду ничего показывать, потому что я вам это уже все показывал на передних сиденьях. Здесь принцип тот же самый. Отодвигаем все вот эти вот зубчики, бля, или как они там называются. Отгинаем их снова вверх. Так, в общем, всю эту хрень отогнули. Если честно, очень заебистаю отгинать, потому что они как-то слишком сильно забиты и тяжело, короче, подлазить отверткой под них. Не знаю, мне сейчас минут 20 ушло, чтобы просто эти штуки отгинать. Здесь также по принципу, как и с передними поджопниками, просто отгинаем все вот эти вот проволоки везде, где их видим. Запоминаем везде, где отгинаете проволоки, там и будут у вас, в общем, хомуты. Вот, в общем, вот здесь, здесь, везде, где у вас крепится все к проволоке. Так, в общем, кожух мы сняли, какие-то подозрительно желтые пятна, блядь, на нашей, блядь, спинке. Ну, короче, хуй с ней. Так, теперь смотрите. Вытаскиваем нашу вот эту вот проволоку. Так, в общем, теперь берем новый чехол. И теперь берем канцелярский нож и делаем надрезы. Такие же, короче, как здесь. Так, здесь, вот здесь. Значит, здесь, вот здесь. Блять, нож уже тупой, сука, как я, блядь. Так, в общем, хомуты все просунули. Так, теперь берем эту хуйню, натягиваем наши хомуты. Так, в общем, хомуты натянул, обрезал. Так, теперь, в общем, блядь, одеваем вот эту вот всю суету. Так, сейчас чуть переподнимем для удобства. Так. Ну, естественно, также натягиваем все, блядь, на вот эти вот острые хуйнюшки. Все, в общем, со спинкой мы закончили. Вот, в результате она еще вверх ногами. Вот, нормально все натянулось, без всякой хуйни, короче. Все, заебись. Теперь приступаем к поджопнику. Здесь все точно так же. В первую очередь оттягиваем эти, блядь, скобы или как они там называются. Вот. Так, здесь точно так же. Вот эти, блядь, проволочки, короче, оттягиваем. Ну, в общем, дальше смысл вы поняли. Отсоединяем всю эту суету. Точно так же стягиваем хомутами на тех местах, где у нас были эти стяжки железные. Ну и натягиваем на вот эту вот хуйню. Вот, в общем, все. Так что, я думаю, больше показывать нечего. Когда вы будете... Сейчас, может, вам кажется, ничего-то непонятно, что-то там вы не допоняли, я мало чего-то рассказал. Но когда вы сами будете это делать, вы как бы, ну, поймете логику и будете делать так, как... Ну, короче, все у вас получится, блядь, не заебывайте. В общем, сейчас доделаю и покажу вам конечный результат. I have to spend on you.
так что, в общем, сами все видели, нихуя себе теперь иномарка. Не знаю, на камере вот я смотрю, оно как будто какие-то засаленные они кажутся, да? Ну, не знаю. Не знаю, почему на камере так кажется. Это, наверное, солнце отражает, и они как будто блестят на камере, ну, из-за солнца. Так, ну, на самом деле все так по-новому аккуратно выглядит нормально. Вот, так что на камере, наверное, это обманчиво. Вот, ну, как будто, не знаю, какие-то, блядь, есть же, ну, когда старая какая-то ткань, и она уже, блядь, заполирована. Вот, можно вот так вот сделать, блядь. Так вот сделать, все, черная целка, блядь. Вот, в общем, такой вот салончик получился. На камере он прям красный, хотя в жизни тоже. Ну, вот эта сама, типа, алькантара, она на камере прям какая-то розовая. В жизни она такая темная. Как бы нормально. Блядь, вот я прям смотрю на камере, она ну, прям красная какая-то. Вот это сама середина. Ну, короче, похуй. Перешил я салон за 3 вечера. Это как бы, ну, я вечерами выходил, потому что я, блядь, ленивый пиздец. И я вечерами часто выходил, по одному сиденью, короче, за вечер делал. Одно за вечер, второе за вечер. И вот вчера вечером я доделал это сиденье, сегодня все поставил. Спросите меня, блядь, доволен ли я? Я скажу, да, на самом деле салон пиздец как играет роль. Раньше, когда садился в машину, ну, сел ты, блядь, в тачку свою и сел. А сейчас, когда садишься, ты, блядь, прям вот кайфуешь. Ешь, вот садишься, думаешь, ебать, у меня что за сиденье? Такой сел, блядь. И никого уже не стыдно сажать. И даже вот, ну, если кто-то, блядь, садится, например, будешь сажать кого-то, ну, какого-то человека, знакомого, друга там, или какую-нибудь там тёлку, хуй его знает. Он будет садиться, ты уже будешь знать, типа, блядь, он по-любому подумал, какие у меня сиденья охуительные, блядь. Ну и человек, который будет садиться, по-любому, блядь, он либо скажет, либо подумает, ебать, пиздатые сиденья, такая себе, как бы, такая вот суета. Вот, так что в салоне, мне кажется, самую большую роль играют обе сиденья. Как бы у меня вот салон простой, ну, четырёшный, блядь, и как бы сиденья его преобразили. Следующее, я хочу поменять обшивки как-нибудь. Вот, тоже с красной прострочкой сделать. А дальше уже посмотрим. Вообще, ну, в планах, конечно, панель хочу перетянуть. Тоже такой вот конь. А, и, кстати, бордет, блядь, еще надо поменять. Как он, блядь, называется, сука, подлокотник. Такая вот суета. Вот, в общем, ну, такое вот видео получилось. Надеюсь, вам хоть как-нибудь помог. Хочу сказать от себя, как от рукожопого такого распиздяя, который на себя как бы не рассчитывает. Ну, в смысле, который в себе не особо уверен, как бы, ну, я не уверен в себе, если я что-то пытаюсь сделать в машине сам, я, блядь, мне кажется, я сейчас наебну. Вот, чаще всего, конечно, так и происходит. И вот, если честно, я удивлен, как я нормально так обтянул сиденье, потому что я думал, получится полная пизда. Я просто смотрел у некоторых, ну, тоже смотрел в Ютубе, как перетягивать сиденье, и думаю, блядь, как у них так все пизда-то получается, блядь, даже без складок. И, ну, я рассчитывал, что если я буду делать, у меня по-любому все по пизде пойдет. Но у меня получилось, как ни странно, все четко, блядь. Вот, ну, смотрите, вот все вот эти, все. Здесь, короче, вот эта у меня подушка старая. Я, ну, говорил то, что мне, я не хочу ее менять, потому что она пиздата. Вот, не знаю, вам видно или нет, она вот вниз так идет, и ты, когда в нее садишься, ты прям вот, блядь, ложишься в нее, короче. Я не знаю, как объяснить. И вот здесь, короче, в поролоне у меня была дырка. Не знаю, протерлась, наверное, была, короче, у меня дырка. Как видно, сейчас здесь складка. Вот, получилось. У меня здесь дырка. И я, короче, взял туда просто перчатку засунул, бля, просто обычную перчатку, ну, которая там хуй траву рвет, как она, строительная перчатка обычно. Я в эту дырку засунул, короче, перчатку. Бля, ну, изначально, конечно, получилось пиздато, но сейчас здесь, ну, здесь прям такая дырка и воздух был. Я вот засунул перчатку, вот ее сейчас щупаю. И теперь, ну, бля, чуть-чуть косячок, конечно, здесь есть, но это из-за поролона. А так вот, здесь все, блядь, получилось охуительно, как видите. Все, в общем, четко натянуто, блядь, без всякой хуйни. Вот, и хочу вам сказать то, что, блядь, не очкуйте, ну вот, если вы хотите перетянуть сиденье, бля, в натуре не очкуйте. Я вот посмотрел видео по перетяжке сиденья один раз и вообще нихуя не понял, также, скорее всего, вы мое видео тоже особо не поняли. Ну, тот, кто этим никогда не занимался, он не поймет с первого раза видео, но когда вы начнете перетягивать, вы вот уже по логике начнете понимать. Ну и думаю, мое видео вам тоже было как-то полезным, так что перетягивайте сиденье, не очкуйте, бля, не обязательно такое. Ссылку на сайт я оставлю в описании, если вы хотите такие, есть там ромбики, есть не комбинированная, чтобы здесь тоже типа эта кожа была, там ромбики, не ромбики, просто кожа, там хуй его знает, любого цвета прострочка, есть просто приоровские, есть заводские, любые, короче, вы заходите, ну и также и не только как бы обивки, не очкуйте,
Я считаю, вот после того, как я перетянул сиденье, я считаю, каждый пацан в своей тачке должен сам перетянуть сиденье, блядь, это урод. Ух, что-что, но это ты должен сделать сам, блядь. Так что спасибо всем за просмотр, надеюсь, вам это видео было хоть как-то полезно. Надеюсь, я хоть кого-нибудь подэтовал, как это называется, кого-нибудь подбодрил, так сказать, под перетяжку сиденья. И кто-нибудь сейчас себе сиденье по моему видео, надеюсь, и перетянет. Напиши в комментариях, если ты так будешь делать. Вот, ну, короче, поняли, блядь. Давайте, всем пока, следующее видео, наверное, будет по катушке, вот, иногда тоже чередую, иногда по катушке, иногда какая-нибудь полезная хуйня. Вот, в общем, спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, всем пока.